Ну что, здравия желаю в 10-й серии выживания, где я буду... Я уже определился, хотя я про это уже говорил. Мы идем в Сенчери, во-первых, да, сейчас цель. Модифицируем броньки, чтобы меньше урона приходило, чтобы больше переносили, и главное их переименовать, чтобы мы не путались в инвентаре. Такая, да, у нас цель первостепенная. Оп, мол. И далее я еще думаю по развитию. Во-первых, что мы с собой возьмем? Все-таки надо что-то с собой взять. Ну, например, туда, что ли? Но основное все оружие должно быть там, в принципе. Хотя я уже думал, знаете, выдать... Боевой тоже берем. Выдать некоторые... И это тоже. Выдать оружие поселенцам, чтобы они больше наносили урона. Хотя, с другой стороны, и выше шанс, что я не получу при добитии. Что тоже плохо. Также я здесь думаю, ну, во-первых, очищенная вода должна остаться. Мы берем с собой только тогда самое необходимое мясо. У нас, к сожалению, мало веса. Да, тошку хотел, хотя мы ее там начали распространять, но завести получше. И вообще хлам. Но хлам везде нужен. Так-то. И, пожалуй, по этой причине оставляем его здесь. Хотя клей навряд ли пригодится. Вот, но я прикинул, что будем развивать эти вот три, и даже патроны здесь пока оставляем. В том числе из-за нехватки пока что патронов. Вот, тут как запасную точку, и мы развиваем это поселение в том числе. В меньшей степени, чем, конечно же, Сенчери, но после вот этих вот... двух когтей смерти однозначно надо что-то делать, называется, и вообще иметь, да, запас пока что. Так что в какой-то степени и нужна вода, и вода это будет второй Starlight. Мне нужна наука, наверное. Мы сейчас, когда возьмем уровень, я возьму науку. Гнус. Ну, в общем, фигня. Единственное, я их плохо вижу. Раз. Дутин с бокаря. Давай, Дутин, от тебя в первую очередь. Тем более черный. Слушай, знаешь что, давай я тебе через ватс, ты меня будешь иначе напрягать. И в итоге ватс косой. Ну. И проблема, что ты меня заразил... литургии. Вот поэтому я их не очень люблю. И здесь должен быть... Во-первых, брамин это тоже хорошо. А сам по себе гнус. Где ты? Вот они меня бесят, они очень часто улетают. Мы потом за его трупом будем... гнаться. Проблематичные в этом плане парню. Так. Ну, один труп гнуса, мы задолбимся. Литургия это, по-моему, сон. А, или нет, или что-то другое. В итоге у нас в минус антибиотики и вода. Которой, кстати, нет. Поэтому мы однозначно должны в Сенчери бежать. Такая вот тема. Ну, я помню, что там точка, и походу она почему-то стала работать вместо другой. Поэтому на боевой готовности идем. Кстати, насчет боевой готовности, вот и он, вот и он. Коготь смерти, блин, еще.
Его нужно просто в Century завести, там же у меня куча... как-то да. Или плевать. Знаете, плевать. Я так прикинул. Пока мы доведем до Century, не хочу время тратить сейчас. Что-то не хочу. Такая тема. В общем, просто спокойно уходим. И все. Он потом пропадет. И до Century гораздо дольше его вести, если он вообще до нас дойдет. Если бы красная была готова, тогда да. Но мы красную пока не развиваем. Хотя пулеметки бы не помешали, между прочим. В этом отношении. Но ресурсы ограничены. И так хорошенько ограничены. На всякий случай, потенциально может быть рейдер. Хотя ближний бой это мы берем сейчас на расстояние его. Слишком ближнее. Это было не очень правильно. В теории можно туда, но я не хочу радиацию лишнюю получать. У меня нету стабильных... Конечно, у нас антирадинов дофига, но это понижение иммунитета. Поэтому не хочу применять. Если появится там «Здравствуй, солнце» и что-то в этом духе, тогда окей. И вообще, да, надо быть более аккуратным. У нас же еще нету очень важной вещи, как я говорил. Нету адамонитового скелета максимального уровня, чтобы мы точно там в ногу, если не получили много урона, чтобы не ходили как пингвины какие-то, из-за чего могли бы сдохнуть. Тоже важная тема. Ладно, это чуть позже разберемся тогда. Хотя надо было водички посмотреть, сколько у нас. И кризис ли, или еще нет. Ну, еще я захотел Карлу проведать, есть ли она тут. Но ее здесь нет. Давайте водичку посмотрим. На О. Так. У нас кончилась вода. Получается. Ну, это плохо. У нас есть, конечно, резервы, плюс мы можем сделать из грязной воды, что мы сейчас и сделаем. Где мой хлам? Это отчасти хорошо, что это будет опыт, но печально, что нет очищенной. И, по-моему, ее или можно уменьшать. Лучше, чтобы всегда была, типа, вроде одна очищенная вода. Хотя и даже если ее не будет, то все равно должны нормально производить. Кстати, видели графический баг? Если он еще, получается, персонаж немножечко повертит пистолетиком, то можно будет увидеть прицел. Хотя нет, я бы даже... Нет, потому что прицел был сильно сбит. Сейчас посмотрим. Может, как раз случится, не? Во-во-во. Вон. Видите, прицел в воде. Одно дело, если бы мы видели там, где стекло, но в итоге мы видим на воде, что, скорее всего, визуальный баг. А, да, и у нас тошка. Мы ее должны, во-первых, распространить здесь. Я вроде с собой взял. Давайте увеличиваем количество. А, еще надо... Да, тут многое что сделать. И грязную воду...
превратить в обычную. Иисус, блин. Я превращу грязную воду в хорошую и чистую. Я местный Иисус. Такая тема. А, еще надо морковку взять из магазина, из Старлайта. Кстати, небольшой в этом плане косяк, можно сказать, мы сделали. Ну ладно. Потом тоже завезем. Надо будет просто не забыть. Все, тошка завезена по-хорошенькому так. Все, бритва злак тоже есть. Да-да-да, поэтому я хочу увеличить количество поселенцев. Единственное, прежде надо будет увеличить и количество, пожалуй, кроватей, чтобы они мои кроватки не занимали, надеюсь. Посевы кукурузы. Потом, возможно, мы это как-то более периодизируем. Хотя я здесь же и сажал. Ну, чтобы, может, там поровнее, чтобы было проще это все собирать. И в линию, чтобы просто бежишь и сразу е-е-е прожимаешь. Так быстро собираешь. Такая тема. Да, здесь же тоже тошка в линии. То есть бежишь и сразу собираешь. Такая фича. Окей. Во-первых, ну, увеличить все, увеличить площадь, потом мы переделаем. Это еще не совсем правильный комплекс, но я не хотел, в том числе из-за времени. Вам будет это не очень интересно, скорее всего, конечно же, смотреть. Вот, но на это я выделю как-то отдельно серию. Так, давайте, да, все-таки побольше. Ну, сейчас мы части, помним, заюзали то самое. Свои ресурсы. Вот. Пулеметку. На высоту. То же самое. Вот, комплекс для поселенцев есть. Пулеметные турели, чтобы... О-о-о, текстиль. Это заявка на успех. И, кстати, надо было выпить воды, и по воде у меня тоже есть вариант, как экономить, особенно в начале. Фича в чем? Водяная колонка, я ее обычно всегда вот рядом ставил, она приносит, во-первых, 3 производства, но ее можно пить. И, насколько я понял, она, ну, видно, что радиацию не дает. Вот, а видите, мы как экономим. Аж минус 2 интеллекта было. Ее можно вот так вот к ней подходить и пить. Такая фича. Давайте. Слегка оставим еще грязную воду на все остальное. Увеличили очищенную воду, количество. Часть грязной оставляем, воды, как резерв. На черный день, как вот сейчас был. Хотя что-то странно. А, 24 часа вроде в игре должно, что ли, пройти или что-то в этом духе. Ну как-то да, она тупит, что ли, эта тема. Поэтому нужно гораздо больше водяных этих насосов. Вот, чтобы я получил. И желательно подальше быть от Сенчери, чтобы... Что мы вообще-то и делали. Чтобы вода качалась. Ну ладно, да. В целом не критично пока что. Но заявка на победу, в кавычках, конечно же.
Ну и антибиотики, походу, мы берем из своих запасов, и у нас нет запасов антибиотиков. Их можно делать, кстати. Это то ли наука нужна, то ли что-то в этом духе. Сейчас посмотрим. Ну и остальное вроде это, да, осталось. Да, кислота, очищенная вода, стимулятор, светящийся гриб, химик. А мы вроде прокачали химика для этого, но в итоге нам еще и на это сгодится, на производство. Химик, он, да, длительность препаратов увеличивает, но в данном случае мне нужно производить как резерв. Но там не всю нужно химию применять, потому что чистящее средство... Она тоже как кислота, она может разобраться, но это ингредиент при этом. Отдельный список ингредиента на определенные вещи. Там какие-то еще есть, типа, да, вот этот вот антифриз. За что я его тоже любил. Так. Теперь мне нужно, я думаю, что в первую очередь? Наверное, с боевых бронек. Может, это количество веса. Начать. И я вот что думаю, нановолокно 24-29, и либо 24-29. У нас текстиля не хватает, но текстиля я знаю, где раздобыть, мы этим специально не будем, или придется специально сбегать. Да, придется сбегать. С одной стороны, я уже говорил, что это будет типа не очень классно. Хотя, что делать-то? Свинцовая нет. Глубокие карманы, клей, текстиль. Не клей, не текстиль, а. 22, 20 это. Мне нужен будет оружейник четвертого. Ну, конечно, получается, для туловища именно эту лучше взять. Бронь. По урону. Ну, еще от болотников и насекомых. Но вот от насекомых скорее будет заходить. Так, тогда мы определились, во-первых, какие части мне нужны. Ну, шлем разрушителя можно вообще не переименовать. Ну, давайте это. Шлем. Не, надо как-то по-другому. Не шлем, а... Ну, обычно тогда богиня. Либо А писать. Чтобы они в инвентаре были первыми. Да, А. Поэтому я и самурай вроде. А. Или нет, С. Или можно английскую А. Тогда Б. Или Б, и тогда он будет в первой списке. Тогда да, богиня, шлем. Что-то в этом духе получится, да, тогда по-английски. Богиня туловища. Краткость сестра в данном случае будет таланта. Так, далее что у нас? Левый наруч. Это значит... левая рука. Рука будет так проще понимать. Левая рука. Туловище. Левая нога. Угу. Ну, можно просто тогда тоже. Было проще в инвентаре. А, нужно не просто богиня, а... Его тоже можно там модифицировать. Потому что это единственное, что будет от радиации пока что спасать. Но по большому счету там нужно либо на силу, либо на что-то другое. Я не помню уже. Правая нога, так. В
получается, правая рука, да, останется? Комбез, нога левая, левая рука, да. Осталась только правая. Ну, клея там, скорее всего, у нас, опять же, нет. Ну, вы все это... У вас все есть. Так, и... Ну, у нас нет науки. Просто не хочу... Ну, или пофиг, да. Я... Черт, нужен кристалл. Очень проблема. Как вариант, купить будет у Карлы кристалл. Но я уже хотел. Но сейчас мы бежим тогда туда за маслом и за всем. За текстилем. Тогда. Отчасти то, что я на опыт текстиль потратил. Хотя я вроде же разбирал и оставил. Запас небольшой. Но да, это проблема оказалась. Хотя еще есть клей. Но мы идем именно сейчас за ним, потому что мне нужна вместительная броня. Значит, мы добываем клей. Рейдеры. Сейчас занимаем тогда, во-первых, да, верхнюю позицию, чтобы было проще их перестреливать. Нет, вот он. Да что ж, я в него стреляю. Тут частично было на опережение. Не, я же не вот четко там несколько выстрелов. Да, я видел, некоторые промазывали. Справедливо. Но я помню, что, скорее всего, прицел не дает точно, ну, стопроцентной гарантии. Ну, рейдер, получается, был здесь один. Родился. Что, по-моему, происходит редко. Но, как говорится, метко. Здесь ничего не должно было воспроизвестись, это я знаю. А вот здесь, смотрите-ка, воспроизвелось, и самое главное, изолента, то есть клей. Далее заходим сюда, плитка. Фонарь — это масло с этим, а плитка — это провода, чтобы увеличить количество вышек. И еще можно кофейник взять. Вот. Сюри, я могу туда пойти, поубивать и за ресурсами, но я все-таки экономлю патроны, а сейчас я сосредоточен на том, чтобы сделать нормальную броню, чтобы мы быстрее бегали везде и, в общем, такая тема. А единственное, знаете, меня сейчас, я так смотрю, комбез, раз, два, три, четыре, пять... Просто он нет... А, вот. Все, понял, какой элемент. На локоть, получается. А то так-то боевая видно, где находится. А вот то было не видно. Поэтому я слегка удивился. Ну и давайте терминал. Ну, это терминал чисто ради опыта, по большей части. Ну, протектор он не нужен. Да, здесь все не катит. Так, там взяли, соответственно, заходим сюда. Алюминий. Тоже такой неплохой. И чистящий, конечно же. И вроде даже здесь есть бутылка с антифризом, между прочим. Вроде бы. С ценным антифризом. Но даже чистящий тоже хорошо. Если вы когда будете химичить, желательно в хламе, получается, бутылки с антифризом, чтобы вы их на кислоту не разобрали, отдельно переложить. И что еще? Ну, чистящие средства образка. Хотя вот образка вроде проще достать. А вот кладагент синяя, да, синяя такая фигурка.
фигня, кстати. У тебя там ничего не было? С собой ничего. Это нужно. И, кстати, да, таким образом еще и патронов получаем. Но мы лучше патроны плюс опыт. А не то, как мы делаем сейчас. Но здесь можно, да, просто на халяву получать патроны. Ни с кем не сражаясь. И вот, да, мы увеличили запас. Ну, получается, будем и сюда бегать, как вариант. Ради патриков. Да, здесь, по-моему, ничего. А я на второй, да, этаж забыл сходить. Ну, хладагента, да, здесь, походу, все-таки нет. Или хладагент вот здесь. Не. Это моя надежда, да? Или он был один раз, а остальное не появляется. Но зато здесь масла много. Там целых 25 308-го. Вот тебе и запас. И текстиль, может быть, еще раз здесь появился. А я пьяный по дереву. Иду, брожу. Не, все один раз. Ладно, ладно. Возвращаемся с рейда тогда. Но здесь навряд ли перепроявилось, да. В теории здесь мог появиться опять рейдер или что-то в этом духе, но скорее нет. Да, вот теперь можно дуть не есть. Так, а получается инфо... Ну все же, да. Как бы активировалось, если туда подойти, то все. Как я уже говорил, будет плохо. Автоматон активируется. Автоматрон. Да, автоматон — это немножечко другое. Дополнение и, короче, печаль. Давайте заодно пока бежим так... Так, еще да, надо поесть, чтобы выносливость увеличить. Смотрю по количеству. О, даже так. Ой, нифига себе, еще есть подсветка, но это да, ночное видение. Во, 308 запас пошел. Это хорошо. Да, мне далеко. Или можно сразу, у меня клей текстиль вроде поднялся. Будем постепенно улучшать, чтобы увеличивать количество. И мы уже потом в Сенчури опять забежим. Но сейчас у нас нету необходимых материалов. Скорее всего. Туда мы не можем, потому что еще вроде не должно возобновиться ресурсы. Хотя, может, достаточно расстояние, но все равно мы пойдем сейчас в ресторан. Вот сделаем круг и потом обратно, наверное, в Сенчури. Да, так, пока. Так, посмотрим, во-первых, действительно верстак. А почему туловище не одето? 5? Да, туловище, кстати, было не одето. Что за фигня? Вот, остальное можно оставить. И, во-первых, да, пооставить мы хотели апнуть. Ну, отчасти даже рано апать. И в первую очередь нужно не прикарманенный или глубокий. Но на это больше клея. Текстиль есть, осталось клей. Клей там же отчасти. Вот. Ну, значит, нам надо будет, как я сказал, возвращаться. Сюда. У меня нету 308, тогда, да, переименовываем. Во-первых.
пистолет, потому что потом пистолет-пулемет отдельно надо будет называть. Далее. Ну, это... Да, мне там что-то не нравится у него. Ну, тогда, да, пистолетик 38-го. Потому что пистолет, он весит меньше. Вроде бы. Так, 30... Ну, так, богиня. Десять это, и мы что-то еще таскаем на обрез. Окей. Хотя он скоро будет заменен. Но это временное решение. Этот обрез. Ну и переименовка. Просто он может быть очень скоро заменен, и будет обидно, что мы частично время потратили, но это меньше минуты. А пользы от этого будет больше. Ну, коктейль мы пока не можем, соответственно, мы будем бегать. Да, надо заменить. Почему-то ты, а не пистолет, ко мне попал. Ну, остальное, получается, оставляем. Да, мне нужно только солнечное. На всякий случай сейчас осмотрю. Нет, ничего, да, по весу здесь не попало. Ну, 38-й соточку надо с собой патронов всегда носить. И по большому счету вот 100. А, ну, наверное, мы, да, броню начали одевать другую, она весит. У нас теперь стандартный вес это 100. Ну, и плюс гранат. И он еще увеличится. Этот стандартный вес, между прочим. Зато плюс какой? Мы 72-76. Более-менее устойчивые к урону. Не такие дырявые, когда у нас вообще не было брони. Что нас реально могли там с одного выстрела забрать. Но это не говорит о том, что мы должны там неаккуратно действовать. Все равно нужно действовать аккуратно. Приканчивать своих жертв. Прицелившись. Но все-таки... Врываться? Да я даже вам скажу, на 176-м. Я как-то там побежал и сдох. Довольно быстро. От сильных стрелков, но уже там последних уровней. Они меня как-то там окружили. Я, может быть, забыл еще стимуляторы вколоть. А, еще вроде они мне ядерную бомбу. Да, они, если выстрелят толстяком, то ты сдыхаешь сразу. Это на 176-м, ребят. С хорошей бронькой, но не в силовой. А я сдох. Не туда там мыло фасолью. Помним, что где-то здесь точка респа. Нету. Ну да, та, по-моему, плохо респится, вот поэтому я в основном бегал за вот этой лофосолькой. И центроцвет. Да, центроцвет. Почему-то я хотел свет, центроцвет, но он центроцвет. Можно еще два набирать. Ну и там дальше... Но обычно она не очень по пути мне лофосолька. Этой как бы хватит. На мой взгляд. Так, смотрим, что там на точке респа организовалась. Какая бригада. А, джин. Собака. А, закрышки. Ну давай. Hey. Hey there. You look like someone who could use a dog. Mm-hmm. You've got a deal. Oh, I just don't want to sell. Right. I'll take good care of you. You know what? А!
То есть без харизмы мы не можем ее купить. Круто. Или можем? Подожди. То есть немножечко харизмы нужно для этого события. Обидно. Я не помню, только одну он собаку выдаст или можно постоянно брать, если он будет попадаться. В том плане, что... А, он, кстати... Или это гризли? Мазлтов. Нападение гризлятины на поселение. Но держим расстояние, все-таки гризлики. Это гризлики. Они меня грохнут, если захотят. Спокойно и легко. По непринуждению. Минус мишка. Мы должны именно добить. Ну, в теории они... О, кстати, 70, неплохо. Они могут убить поселенца. Но обычно они всегда восстанавливаются. Но надо увеличивать количество защиты. Опять в который раз намек, между прочим. Не сохраните весь хлам. Хлам это, скорее всего, их кожа. Так, ну мы, да, все равно не можем построить. Ну, можно обычную пулеметку. Она дешевле. Но я люблю сразу крупнокалиберную. Хотя она производит 8 защиты. Вот. Но меньше количество, больше качества. Но не это же, не отсюда же событие, да, вон, гуля. На гуле можно такой калибр взять. Ну, или одного, например, с 308-го. Да, он и умирает с 308-го легко. И до проверка основной калибр. Я бы взял дробаш, но дробаш слабый, как мы помним. И получается... Был просто гуль, мусорщик, брамин. Стандартное такое событие. По времени я же, надеюсь, запустил. Должен был перед началом, да, 20 минут. И по большому счету я должен буду... Вот, да, и мы возвращаемся в Сенчури, там я сейвлюсь. То есть мы заходим сюда, я набираю, дальше идем... В ресторан. Опять же, там тоже посещаем эту точку респа. И даже нет, мы еще зайдем еще раз в хранилище лодок. Вот. Вот будет мой маршрут сейчас. Все, я понял. Не то. Просто он опыт забрал, да, себе. А вот так будет гораздо проще по опыту. Все, теперь мне он должен будет достаться. Рейдер-мусорщик. Типа посильнее, чем просто рейдер. И помним про коктейли Молотова, так что держим расстояние. А, это собакан, ты меня так не пугай. В минус. 60 опыта нормально, да, их так перестрелить. Ну ты где там, вон? На тебе в хэд. Ну, давай перезарядим пока. Ты там. Ну типа, давай я меняю позицию, чтобы тебя грохнуть. Ну давай.
сам не вылезешь. А. В итоге он меня потерял. Может, мы его сейчас в хэд. Хотя я сомневаюсь, что с одного выстрела. Нет, с одного. Экономия патронов. Ну и основной калибр. А, здесь чемодан, он вообще точно. А вот грибы. И в итоге, да, до уровня следующего не скоро. А так-то я люблю вот этих вот гулей, их там штук 6-7 быстро убиваются. И нормально по опыту. Но они их тоже быстро разбирают, из-за чего мы... я и начал кидать гранаты. Чтобы опыт мне прилетел. А тут вот как можно вентиляторы, я смотрю, получать. Они могут организовываться в ящичках и в чемоданах. А, ну и да, если мы гулей будем убивать, вон там изолента военного образца, шикарно. Клея достали. Кстати, отсюда, да, можно будет клей взять. С этого поста. Вот он, мой лабораторный халат, который мне нужен был. Вот обида просто гложет меня теперь. Когда уже не особо надо, вот тебе лабораторный халат. Вот такой вот рандом. И невезение. Так, сейчас в любом случае что-то выкинем. Тут еще есть что взять. Хотя... я думаю... или не возвращаться, но мне нужен клей. А здесь клей мы все равно производить ничего не будем. Здесь клей нафиг не сдался, по сути. Или пусть клей будет что-то там, может быть, на... хотя вроде нет. Вроде клей на производство всяких вещей не нужен. На, имеется в виду, там, турели и всякая такая. Ну ладно, оставлю. Сейчас с собой возьму. Не будем тогда заходить. Вот. Боевой дробовик. Говорил же, что небось так и получится. Поэтому у меня обрез просуществовал недолго. В общем. Хотя там фигня. Ну и 7 опыта ради вот этой вот игры. По большому счету, неинтересно. По скорости, да. Не айс. Ну, свернутый нужен, что-то там был текстиль проблема. Да, и запрыгиваем на второй этаж. Потенциально может здесь зависнуть рейдер. Но он бы уже... оп, ядерный мини-заряд. Круто. В качестве патронов. Но он бы уже должен был... и не один раз, причем... себя проявить. Слышь, собака, вот будешь сейчас таскать ядерный мини-заряд. Надеюсь, ты не взорвешься. Но по взрыву мы, конечно же, шутим. Ты же не камикадзе, которая носит. Почему сейчас некоторые скажут, да в принципе тебе не нужно, но с учетом того, что мы будем только на сидеть на оружии дальнего боя, я уже вижу смысл в толстяке. Что мы будем с ним иногда ходить, ну, в определенных ситуациях. Дешевые выкидываем. И тут склад в итоге организовывается из-за нехватки у меня веса. Так. Ну и все, валим.
Вот эта броня синтов, чем меня напрягает. Она так-то прозрачная, но зато... Ну, плюс... Во-первых, что такое, как... Ну, ты ее видишь за счет такого воротничка. Хотя могли бы... Или она не полностью прозрачная, я уже что-то подзабыл. Да нет, тогда бы она здесь показывалась. Так, по большей части, получается, она прозрачная. В принципе, можно еще раз туда попытаться заглянуть. Должен был обновиться. Да, мы же качаемся заодно. Должно было обновиться событие. Мы были далеко, и мне даже вроде показалось, что опять коготь смерти. Но может это деревья пока там появлялись. И мне показалось издали. Скорее так оно и есть. Да, просто дворняжки. Значит, как-то они далеко организовались, нарисовались. Ну, давай тогда 308-м в голову. Даже не двойной. Подешевле. Калибр. Опять же, в головешник там. Где-то еще одна дворняжка. Через 20, чтобы мы опыт получили. Потому что собака сражается с этой дворняжкой. Тихо, да. Это ты сказала? А, фермер. А, это событие фермер. Вот чем фишка. Вот 250 крышек. Халявных. Просто как-то странно эти действовали. Собачки. Может, я думаю, сейчас вот рассказать вам вкратце про вот эти вот события. Это еще было в первом Fallout'е, что когда ты шел, был шанс события на что-то нарваться. Очки сварщика, то ли я тогда не забрал, ну, наверное, да. Вот, и здесь то же самое, есть точки события, и они разные. И в некоторых точках события ты, получается... Хотя нет, находить какое-то определенное место, которое можно посещать, это они четко на карте находятся. Поэтому если ты именно будешь вот по этому маршруту идти в определенных координатах, ты всегда там будешь нарваться на такое место, которое можно посещать. Вот. Но только случайно выберется, что конкретно ты найдешь. Болотник, что ли? Да. Ну что? Правильно же я определил, да. Вот он меня бесит. Потому что много патронов, скорее всего, уйдет. Но если мы вот... будем целиться в его брюшко не бронированное, будет ништяк. А вот сзади, ну ладно, очень страшно. Если бы был бы уже модифицирован дробовик, можно было бы его с дробовика так хорошенько припечатать. Но даже с обреза нормуль. Ну, я как-то уже их менее боюсь, потому что я бронирован, и я домонитовый есть скелет. Поэтому могу себе позволить. А тогда это было... Кстати, можно будет их посетить, когда дробовик сделаем. Тогда уж. Почему бы и нет? А, и мы должны, я помню, как зайти. Часть сбрасываем, значит, оружие и всякое такое. Блин, тоже надо избавиться от этих потенциальных предметов тогда заодно, которые меня могут убить... Если рядом с ними, блин, проходить. Такая тупость игры. На этих надо избавиться.
уж избавляться, так избавляться. Кстати, от тачки тоже. Вот этой. Говорится, раз делать, так делать. Все остальное не мешается, да? И не считается теми самыми тупыми объектами. Так, мы чувствуем голод. Закидываем... Не, хлам мы весь зря. Здесь теории тоже будем производить, но... А, но дробовик с собой. Нормальный. Хлам. Но алюминий нет. Медь. Вот. Зато железа хороша тем, что вот она приносит тебе кислоту необходимую. Ну, зажигалки, там и масло, и все остальное. Так. О! Вот те клея. Дофига. 199. Стекло, медь. Вроде у меня еще резины тоже маловато. Но много тоже нельзя. Потому что у нас все равно будет тогда перевес. Что-то сейчас придется оставить. А, масло мы тоже можем добывать так-то. Да, пожалуй. Ну, вон кислота, хоботок. Все, и что-то надо оставить. Что такое дикий-то? А. Тогда не вопрос. Ну и теперь лабораторный халат. То самое место. И, наверное, в Сенчуре сделаем одну важную вещь. Отдельный ящик, куда вот всякие лабораторные халаты, чтобы долго не искать, закинем. И чтобы мы могли им пользоваться быстро. И вообще эти лабораторные нужно теперь раскинуть везде на интеллект. Пока это будет основным... Ой. Там активировал. Случайно. Ну ладно, там все равно нужно подойти. Хорошо, что ты даже когда отходишь, тебе звук хороший доносится. Это правильно. И он, кстати, к нам, Карла, идет. Мы потом ей все продадим. Или не будем... А, да, наверное, знаете, мне же хлам, я оптоволокно хотел. Сейчас часть выкупим. Лама, что-нибудь продадим, что-нибудь купим. Хоть и по харизме это не айс. Потому что она у нас еще не прокачана. Но надо для... Ну, самое необходимое для развития. Раз у нас проблемы с оптоволокном. Клей вроде решили, хотя клейстер можно производить. Так, мотофрукт, кукуруза, тошка. И что-то еще. Мотофрукт, кукуруза, тошка. Что же еще четвертый ингредиент? Что-то не могу вспомнить, ладно. Или три. Да не, вроде не три. Ну и мы еще там бритвозлак. А! Забыл моркови взять. Посадить. Ладно, возвращаться не будем, но надо бы... Черт, точно. Как-нибудь запомнить, что мы должны морковь взять еще. Правильно я... Ну ладно, когда буду идти в Сенчури. Ну, по-моему, все верно, мы на этом серию заканчиваем. Там еще и бутылка.
конечно же, изолента. Не упусти свой шанс. Сталь масла. Ну и у нас, конечно же, есть пес, которого мы можем закинуть. Но все равно посмотрел, сколько у меня, что мы можем взять. Мы еще, по-моему, с той стороны не зашли. Ну и, как сказал, здесь точка появления оружия. В теории может выпасть охотничье ружье. Мы еще, да, вот здесь не были. Ну вот да, он, вот он, перевес. А, при том, что ты и так таскаешь. Но тебе хватает места, чтобы мне обеспечить. Но мы еще должны в плитку взять. Провода тоже редкая тема. Пофиг, да, взломать не буду, хотя 15 опыта. А, да, мы можем спокойно. Я же уже прокачал аквадевочку. А то я до этого боялся этой темы. Кстати, что, хим-лаборатория всегда здесь была? Обрез мы вообще можем так-то выкинуть. Зря кофейник взял. Плитка важнее. С фонарем. Но, пожалуй, знаете, выкинем мы обрез. Он дешевый. А у нас уже дробовик есть. Нормальный дробовик. Осталось только его сделать. Да, еще и здесь посетили. Да, вроде все-таки этот ящик тоже всегда возобновляется. И я тут что вспомнил. Тут же точка события. Потенциально. Нет. Поселенец давно здесь лежит. Просто никто не появился. Окей. Либо я трупак не увидел, еще какой-нибудь мог быть. Но ускоряемся. И да, надо посмотреть по времени. Я еще не успел. Да, уже сейчас. Вот сейчас мы... приходим, делаем, тогда все я попиливаю и ложимся спать. И, соответственно, серия кончается. На прекрасном сне. И вот да, мне теперь говорит, что закончилась серия. Смартфон. По времени. А, так, стоп, тошка, кукуруза, мутафрукт. А я еще не называл для клейстер. Ладно, там потом найдем. Карла не дошла, что ли, получается? Плохая Карла. Я тебя обогнал. Вот, ну может пока мы все будем тут делать, заниматься. Она как раз и дойдет. Все-таки я думаю, в первую очередь тогда оружие. Дробовик мне нужен. Хотя бы главное прицел. Ну, эти снайперские прицелы, это, конечно, наркомания. Да. Ну, у нас нету науки и фанатика. Точка окружности, конечно же. Ну вот, в первую очередь. По сути... Ой, опять штатный поставил. Можно еще, конечно же, ресивер... Потому что это урон почти в два раза. Это автоматически. Автоматически мне не нужен, я и сам могу нажимать. Хотя, вроде скорострельность 23. Да не особо увеличится.
А, ну вот, повышенная скорострельность, но это в два раза больше урон, понимаете? Я и так могу нажимать. Так что я всегда делал так. Но есть бронебойный. По сути, конечно, вот такой вот укрепленный бронебойный. Хотя я всегда брал усиленный, потому что это в полтора раза больше урона. Вроде бронебойность не нужна, но в теории нужна. В теории. Может, как-нибудь потестирую. Вот. Но это нужен фанатик. Пока мне хватит обычного усиленного ресивера. Все остальное пока так. Потому что на все нужен клей. Я не знаю, сколько у нас там. Не посмотрел, сколько клея. В первую очередь нужно увеличивать себе хранилище ресурсов. Вот, начнем. А ну он, клей 14. И вот как раз на него скорее только и хватит. Глубокие карманы. Прикарманенные глубокие, да? Больше ничего нет. Кстати, тоже иногда неплохая тема. Длительность действия химии. Но в моем случае только вот это. И может быть мы даже таким образом левел все-таки сделаем. Так, здесь прикарманенный. А нужно глубокие. Ну, ладно, пока есть прикарманенные, а у некоторых, небось, вообще ничего нет. Соответственно, да, тем более укрепление стоит. Урона конечностям, уменьшение. Когда ты возьмешь скелет, тебе будет пофиг. А глубокие лучше. И, кстати, меньше будет весить. Правильно, да? Глубокие и прикарманенные. Угу. И вот он, клей закончился. Но при этом у нас увеличился вес. И она еще не пришла, нет? Я думаю, может, что построить тогда? Ее дождаться? Или пусть будет в следующей серии, как раз ночь пройдет тогда. Единственное, я хочу посмотреть клейстер, что там... А, и очищенная вода. В принципе, все у нас есть на клейстер. Но вот вода, да. Будем честны, это тот еще ресурс на данный момент оказался. Но думаю, другую тему — увеличить количество обороны, прежде чем увеличить количество воды. Что ли? И заодно таким образом, как бы уровень, хочу науку. Или, ладно, да, давайте в следующей серии это сделаем. Постараюсь удержать планку часа. Вот. Но проблема в том, что вроде бы дробовик этот гораздо больше весит. Это один из минусов. И проверим, у меня нет ли ничего точно лишнего. Типа выстиранного платья и лабораторного халата. Да, давайте... Надо будет это в следующей серии построить. Все, что нужно. Да, тут у меня, смотрите-ка. Дофига всякого. В итоге я просто... О, морковь. Насколько понимаю, мы не готовы идти. На... Ну, мы можем дойти, но просто много проблем. Могут ресурсы кончиться, поэтому... Мы готовим ресурсы на ресурсную базу для того, чтобы пойти в Diamond City за Пайпер. Но это надо будет сделать в ближайшее все-таки время по той простой причине. Ну, мы небольшой, я уже сказал, запас делаем. Чтобы мы все равно, если когда будем качаться, взламывать эти замки, чтобы ей сразу вписывалась такая тема. Не нужен поселенец, который бы, чтобы мы расклонировали эту морковь, который выращивал бы морковь. Это мы тоже помним, это нужно с Карлой поболтать. И добыть у нее некоторый хлам, который у меня закончился. Тогда все, радиация это... Тогда да, спим. Точно все. Ну или я успею в следующей серии найти.
свои изъяны, и все будет ништяк. Ну, наверное, да, так и сделаем. Все, 7 часов. Вам оригато за просмотр. Всего наилучшего. Ждите следующей серии.